парламентской системы, разделение властей. Это большой перелом в развитии страны. Создалось новое государство. Гласность, плюрализм, политический, экономический. Вот это все говорило о том, что страна продвигается по пути демократизации. Но одновременно с этим это оказало влияние, мы не вмешивались нигде, но сам процесс, который происходил у нас, он оказал влияние на страны Центральной и Восточной Европы.